Здесь вам не курорт, здесь климат не тот. И часто погода здесь наоборот. И здесь ветрам и дождю вас не понять. И можно забить, с семьей побыть. Но мы уезжаем рыбу ловить. Рыбалка — это то, что у нас не отнять. И можно забить, с семьей побыть. Но мы уезжаем рыбу ловить. Рыбалка — это то, что у нас не отнять. Кто здесь не бывал, кто не подсекал, кто щуку за жабры не поднимал, тот нас, наверное, уже никогда не поднимал. Ну что, мы приехали на Карпов пруд. Попробуем сейчас форель половить и протестировать новую камеру. Камеру взял Калипсо подводную. Сейчас посмотрим, как чего подо льдом. Обзор по камере сделаю чуть позже, расскажу о ней. Камера довольно-таки интересная. Имеет зум, вкратце сейчас включение-выключение ИК-подсветки. Ну, поподробнее расскажу в обзоре. Сейчас посмотрим, что творится у нас под водой. Включаем. Рыбы здесь нет. Дно чистое. Сейчас мы прикормки кинем и попробуем прикормить. Мы решили закормить наши лунки. Да и в чужие мы накидали прикормки. Посмотрим, подойдет рыба. Вот прикормка. Это мы сейчас смотрим прямо в мониторчик, в камеру. Это без ИК подсвет. О, вообще отлично. Вот и наша прикормка. Мы прикормили, рыбы пока нет. Видно, в принципе, отлично. Причем пасмурная погода. Такой еще туманчик какой-то стоит. Шикарно. Это без ИК подсветки. Сейчас включу ИК подсветку. И вот как с ИК-подсветкой снимают камеры. Ничего не видно. Уже очень плохо видно. Поэтому, когда камеру подводную берете, желательно брать с функцией выключения ИК-подсветки. ИК-подсветка нужна совсем, когда темно. Удобно, когда, допустим, ну, в колодец какой-нибудь посмотреть, еще чего-то. Или совсем, если очень. Ну, вот видите, вот этот идет пузырики. Ничего не видно. И вот сейчас я, вот наша прикормка, но очень плохо видно. Очень плохо. Да? Угу. А вот сейчас выключим ИК-подсветку. И смотрите, насколько лучше сразу все. Ну-ка, вот наши объекты. Прикормка. Вот она. Сразу как все хорошо видно. Будем надеяться, что нам получится заснять какого-нибудь хищника. Или не хищника. Ну, видно классно, короче. Я доволен. Камера шикарна. Сегодняшнее видео — это наше будет подводное путешествие. Я приобрел себе камеру Калипсо. И теперь у нас появится новый раздел, новый плейлист на нашем канале, в котором будут разнообразные подводные съемки, подводный мир, тестирование приманок. И очень надеюсь, что будет также зимняя рыбалка. Итак, друзья мои, цель сегодняшней нашей поездки — не поймать рыбу, а увидеть ее. При кормке рыба так и не подошла. Сухой корм ее не заинтересовал. Надо было бросать мотыля. Будем искать рыбу активно.
перемещаясь по водоему. Теперь нам бы найти рыбу и заснять ее. Погода в этот день была не очень. Пасмурно и туманно. Что-то его спугнуло. Забегая вперед, скажу, что мы снимали до 4 часов дня. Видимость более-менее. Хотелось бы, конечно, лучше. Но в этот день к 4 часам уже было довольно-таки темновато. Камера снимала довольно-таки неплохо. Вот наша и мормышка.
Вот он, стоял прямо за камерой. Окунь. Сниматься он явно не хотел. Ух ты! Такого я увидеть не ожидал. У меня реально побежали мурашки. Такое я увидел, сам увидел лично, впервые. После этого я забыл о рыбалке. Я пытался его найти еще раз. Найти его и заснять. Но в туманном подводном мраке больше я его не видел. И тут его нету. Но кто-то проплыл. И большой. И его. Я больше не видел. Или ее. Кто это был, я так и не понял. Но меня это еще больше вдохновило на поиски. Верите, нет, но во мне проснулся азарт. Окунь – это рыба, наверное, одна из самых любопытных. И этот разбойник ничего мимо не пропустит. И снова полосатый разбойник. И снова полосатый разбойник. Какой же ты любопытный. Это даже уже не окунь, это уже карпач. Это сиги. Рыбы довольно-таки активные и осторожные. Опять окунь.
носатых любопытных разбойников. Ну что смотришь? Любопытство тебя когда-нибудь погубит. Как же это оказывается азартно? Рыбачить с подводной камерой. Блин, друзья мои, я очень счастлив. Если честно, я уже про рыбалку и забыл. Да, кстати, ИК-подсветка бывает разная. Качественная ИК-подсветка должна быть еле заметна при дневном свете. Если ИК-подсветка светит как фара, она будет сильно отпугивать рыбу и давать большие засветы. Опять окунь. Это уже приличный окушок. Я бы сказал, что это уже горбач. Окуня было много. Но сказать, чтобы он стоял кучно, нет, такого не было. И почему-то не видно форели. Пару раз она промелькнула где-то вдалеке, и все. Также нам не встретилась и щука. Ни одной щуки мы так и не увидели. И странно, куда делся карп с карасем? Очень мы надеялись, кстати, увидеть еще и сама, но мы с ним так и не встретились. Как же это оказывается азартно? Видеть, что рыба подходит к твоей приманке, смотрит на нее, такое ощущение, что вот-вот она возьмет, но она разворачивается и уходит. Мне очень понравилось рыбачить с камерой. Что я только не использовал. И мелкую дрожь, и убийственное падение на дно. Но рыба не реагировала. Батя также уже не понимал, чего надо делать. На водоеме стояла полная тишина. Что ей не нравится? Может, я еще тот зимний рыбак?
В этом водоеме очень много было сига. Ну иди, иди, иди ко мне. Не хочет. Что я только не вытворял с этой мормышкой. Ну все, друзья мои, надеюсь, наше подводное приключение было интересно. Мне лично оно очень понравилось. Жаль, конечно, что мы не увидели сомов, стаи форели или что-то более интересное. Но это у нас все впереди. Подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, может быть, что-то подскажете или просто скажете спасибо. Ну что, друзья мои, вот и подходит к концу уже наше испытание. Протестировали мы камеру Калипсо. Камера снимает и в пасмурную, как сейчас вот погода, превосходно. Я думаю, что солнечную будет еще лучше. Покажу вам, как она снимала с ИК-подсветкой и как она снимала без ИК-подсветки. Вот. И надеюсь, вы поймете, что ИК-подсветка вообще на самом деле камере по сути не нужна. ИК-подсветка, наверное, стоит пользоваться только в какое-то вообще в темное время суток, ночью, наверное. Вот. И то будем пробовать еще снимать вообще поздно. Вот. Повторюсь, сейчас на улице пасмурно очень, и уже такой туман стоит, такой вот непонятный. И время уже 4 часа, декабрь. Вот. Так что вот так. Ничего мы не поймали. Форели видели, в принципе, мало. Видели сига. Видели окушков. Осетры видели. Теперь на нашем канале появится новый плейлист. Подводная съемка. Подводные пейзажи. Подводный мир. Вот. И надеюсь, будет также и рыбалка. Все. Собираемся домой. Поймать ничего не поймали, но поснимать поснимали. Основная цель, в принципе, была и не порыбачить, а поснимать, попробовать камеру. Камера новая, только мы ее приобрели, и поэтому очень было интересно. Руки чесались проверить ее. Камера такая миниатюрная. Очень классная. Я очень доволен. Все, камера Калипсо оттестирована. Мы едем домой. Обзор об этой камере будет в разделе «Полезное». Камера называется «Калипсо».